У 2016 році арка нового безпечного конфайнмента була установлена в своє проєктне положення. Усією своєю площею вона закрила зруйнований четвертий енергоблок та об'єкт укриття, що був зведений над ним у 1986 році. До насування арка будувалася на майданчику збирання – спеціально підготовленій території, яка знаходиться на відстані у понад 300 метрів від місця, де вона знаходиться зараз. Таке рішення було прийнято для того, щоб уберегти персонал, який займався збиранням арки, від високих рівнів радіаційного опромінення поблизу об'єкта укриття. Умовно, арка збиралася двома половинами – спочатку східна, потім західна. Після їх з'єднання спеціальними домкратами уся конструкція вагою понад 35 тисяч тонн була переміщена туди, де вона знаходиться зараз. У цьому репортажі ми покажемо вам, що знаходиться в основі арки та які конструкції триматимуть усю її вагу найближчі 100 років. Ми знаходимося в приміщенні Северної галереї шарнірних опор. Такое же помещение есть и на юге арки. Это помещение на всю длину арки, то есть порядка 162 метров, в котором расположены шарнирные опоры. На эти шарнирные опоры приходится основная нагрузка от сооружения арки. Когда арка стала в проектное положение, то была произведена окончательная выверка, потом замоноличивание нижних опор, окончательная затяжка верхних опор, которые прикручены к опорам арки непосредственно. И уже домкратами потихоньку, передавая постепенно нагрузку, сначала 25%, 50%, 75% и 100%, опустили на нижнюю часть опор. Опоры, они выполняют роль для смещения арки, потому что все равно такой большой объект, он живет. И для того, чтобы температурные какие-то расширения или там нагрузки ветровые выдерживать, то они выполняют смещение. Внутри две плиты скольжения из материала, который имеет крайне низкую степень скольжения, коэффициент скольжения, hot slide так называемый, он выдерживает очень большие нагрузки. И одна плита горизонтальная там скольжение, пластина скольжения, которая выполняет роль движения арки в направлении в горизонтальном. А также есть шарнир внутри, он полусфера сделан. Там тоже пластина скольжения стоит из этого материала, а сверху сферическая крышка. И выполняет роль кручения или изгибов, он как сустав. Углы отклонения у него небольшие за счет того, что конструкция очень огромная и тяжелая. Сферические опоры – это конструкции, которые не требуют обслуживания. Но так как из-за состояния этих опор зависит целостность всей конструкции, так как они принимают всю нагрузку от конструкции арки, то проводится периодический техосмотр этих конструкций. Он проводится специалистами строительной службы. По техобслуживанию проводится визуальный контроль всех опор, а также проверяется смещение, есть допустимое смещение в каждую из сторон. Все это описано в проекте. Специальными инструментами замеряется смещение, а также меряется толщина пластин скольжения. И срок эксплуатации опор установлен производителем 30 лет. Но это не означает, что через 30 лет опора выйдет из строя. То есть ближе к тому времени и постоянное наблюдение раз в два года. И вот анализ показывает, если зазора по смещению или толщине этих пластин предположительно не хватит на следующих два года, то надо предпринимать меры по обслуживанию опор. Все это производится с помощью домкратов. Также сюда подгоняются два домкрата, каждая опора поднимается отдельно, не надо поднимать всю арку. То есть разгружается конкретная опора, разбалчивается и производится ремонт ее. Шарнирные опоры есть трех видов по типу действия. В Северной галерее 15 опор под каждую опору арки, и в Южной галерее 15 опор. Еще есть одна опора, она расположена в западной стене по центру арки по ряду 17. Она опирается на железобетонную колонну технологического здания. Опоры делятся на три вида. Это центральные опоры арки, три штуки на севере и три на западе. Они заблокированы в перемещениях как продольные, так и поперечные. Они выполняют роль только шарнира. Остальные опоры, которые идут на восток и на запад,
они заблокированы в поперечном перемещении, то есть с севера на юг, а позволяют перемещаться арки с востока на запад. Опора, которая расположена в западной стене, она заблокирована в перемещении с востока на запад, а позволяет перемещаться арки с севера на юг. Наразі на новому безпечному конфайменті тривають роботи у рамках дослідно-промислової експлуатації. Результатом цих робіт має бути підтвердження, що системи, конструкції і компоненти НБК функціонують згідно з проєктом, а сам об'єкт приведений у стан готовності до подальшої безпечної експлуатації.